Алоха! Ну что, дружище, вот ты и попал на урок кальянной теории. Сегодня речь пойдет про вот такие вот замечательные приспособления под названием молокиллер. Итак, вы их видите у меня два. Сейчас объясню почему. Это, скажем так, китайский вариант, который типа дешевенький. Это производство Хупхука. Этот дороже в 3 раза, чтобы вы понимали. Этот стоит порядка там 600-700 гривен, этот порядка 200 гривен. Ну, плюс-минус. Итак, давайте сначала разберемся, что это такое, зачем это надо. Молокиллер. По-русски говоря, сиропоулавливатель, да, он изначально был придуман в Германии, и, собственно, зачем он используется. Здесь нехитрая схема работы, да, скажем так. Собственно, вот эту часть вы ставите на кальян, одеваете, и вот сюда вот сверху на уплотнитель одеваете чашку. Что происходит дальше? Дальше во время курения сироп, табак попадает к вам в молокиллер. Дальше что? Дальше в самом молокиллере сверху здесь есть вот такая вот шляпка. На эту шляпку, собственно, попадает табачок, сиропчик. И вот это все скапливается вот здесь. Называется это бак молокиллера, да? Там, где остается вся вот эта вот история. Итак, для кого же эта штуковина надо? Да, для таких же засранцев, как и я, которым впадлу мыть кальян после каждой прокуренной чашки, да, особенно если ты прокуриваешь там по 5, по 8 чашек в день. В чем хитрость? Тебе не надо мыть весь кальян, ты снимаешь молокиллер вместе с чашкой, раскручиваешь его, промываешь здесь все хорошенько, да, чтобы не было запаха. Ну и, собственно, дальше следующую чашку ставишь на него и куришь. Так вот, как же не попадает сироп и табак в сам кальян? А все легко и просто. Вот здесь вот есть такие дырочки, называются отверстия для тяги. И ну вот физически сюда ни табак, ни сироп ну вообще никак не попадет. Даже если у тебя легкие, как у Василя Верастюка, вот такие огромные два органа, и ты тянешь, как, я не знаю, как пылесос на максимальной мощности, все равно, ну, никак ты не вытянешь, чтоб аж сюда потек сироп или попали кусочки табака. Короче, вещь очень крутая, очень нужная, особенно в домашнем обиходе, как на мое мнение, во всяком случае. В работе, ну, так, спорный момент, но, тем не менее, в любом случае, это, типа, дополнительный такой лайк. И все-таки, почему я взял два молокиллера, а не один? Да, почему есть китайский, почему он намного дешевле. Ну, типа, все банально, легко и просто. Качество. Вот этот вот, почему я принес, да, молокиллер. Потому что, на мое мнение, самый качественный, самый крутой, самый удобный молокиллер. Его удобно откручивать, удобно снимать. Он адекватно садится на все там уплотнители. Дальше, вот этот вот молокиллер. Здесь, ну, чуть поуже, скажем, отверстие. Здесь оно прямое, цилиндрической формы, да, здесь оно немножко конусообразное. То есть здесь больше похоже на саму чашу у Хубовского. Дальше. Здесь вы слышите, да, как он откручивается. Еще и вот тут попасть в нужный пазик сложновато. Когда здесь все типа максимально плавно. Ну, тут тоже можно, надо попасть. Вот, вот и вся разница. И еще момент, что вот этот вот китайский, ну, любой, не обязательно такой же, когда нагревается во время курения, он, естественно, будет нагреваться, ну, для очень сильно, вот этот вот чуть поменьше, потому что здесь металл потолще, он потяжелее, так заметнее, хотя поменьше по размерам. Так вот, тут резьба может залипать. Тут на резьбу, прям на резьбе скапливается сироп. Не знаю, каким образом это все происходит, потому что плюс-минус здесь такая же конструкция. Но вот такая вот история. Вот, поэтому я, конечно же, рекомендую вам искать хубовские молокиллеры, но в Украине их, сразу вам скажу, сложновастенько найти. Но, тем не менее, свою функцию выполняют и китайские. Дальше, как бы, выбор за вами, что вам нужнее. Итак, ребятки, конкурс. Конкурс
в этот раз проспонсировал Аравак. Компания Аравак, да. Значит, вот есть у меня вот такая вот пачечка, 40 грамм. Как вы понимаете, это новая фасовка. И таких пачек у меня аж 70 штук. Еще плюс есть мерч. Так вот, первые два победителя получат по 10 пачек и по 1 единице мерча. А еще 5 человек получат просто по 10 пачек табачка. Что для этого нужно сделать? Нужно в описании найти ссылку на мой инстаграм, подписаться на него, на инстаграм Аравака, быть подписанными тоже на него, и в комментариях оставить всего лишь пару слов, как обычно. Нужно написать, какой бы вы хотели увидеть следующий продукт от компании Аравак. Может быть, крепкую линейку, может быть, кальян или чашку. В общем, все на ваш выбор. Напоминаю, что нужно еще написать свой ник в инстаграме без собачек, без ссылок, без ничего. Если оставите собачку там или что-то типа того, ну, как бы, не будете участвовать. Вот, всем успехов! Короче, для дома молокиллер must have. Всем рекомендую приобрести, делает жизнь легче и проще. И такой момент минусовый, что некоторые люди замечают это, некоторые не замечают. Но молокиллер влияет на вкусопередачу. Как-то вот с молокиллером, когда куришь, менее насыщенный вкус. Это не, опять же, не глобально, это там минимально. Но, тем не менее, если вы просто любитель кальяна, типа дома покурить вечерком, то лучше все-таки с этим курить, и кальян ваш будет чистым. Вот как-то так. Мое мнение, дома must have, в работе спорная история. Вот как-то так. До скорых встреч. Не забывай делиться этим видео со своими друзьями, подсказать, помочь, чтобы они тоже все приобрели нужную вещицу. Тем более, типа, китайские там 150-200 гривен стоят. Ну, не такое большое инвестирование в свой кальян. Ну, тем не менее. Короче, и не обязательно не забывай, обязательно не забывай ставить лайк, оставлять комментарии. Если пользуешься уже молокиллером, обязательно напиши, каким именно. Потому что они есть встроенные, которые продаются вместе с кальяном. Вот какая-то такая история. До скорых встреч!